Приветствую, Константин Бушуев, канал Визионер 2051. Сегодня наш гость Александр Хохлов, руководитель разработки малых космических аппаратов компании Gescan Space, расскажет, как они вывели за полтора года CubeSat. Он уже курсирует над нашей планетой, и любой радиолюбитель может подключиться и посмотреть с него радиосигнал, получить определенные фоточки, возможно, даже видео. Смотрите нас до конца, и сегодня вы узнаете то, что ваши соседи будут знать через 3 года. Погнали! Все началось, когда мне было 9 лет. Я тогда прочитал «Незнайка на Луне», книжку Носова. И меня так зацепило, что вот уже в 9 лет я понял, что я хочу стать космонавтом, не меньше, то есть вот стать космонавтом, и полететь не просто там на низкую орбиту, а на другие планеты, на Луну и на Марс. Поэтому я уже с 9 лет начал готовиться. Параллельно я читал очень много фантастики. То есть все не закончилось Носовым. То есть я читал и Брэдбери, и Хайлайна, и Фремова, и многих других авторов. Есть определенный путь, его нужно пройти. В старших классах я узнал, что есть 2 пути. Либо стать военным летчиком, либо стать инженером. Я прочитал требования к военным летчикам и увидел, что должна быть зрение 1. А у меня уже была школьная близорукость. Там минус 2.5. Все, я не проходил военного летчика. В ЛЭК я бы не прошел эту комиссию летную. Вот. И я понял, что надо идти в инженера. Поехать в Москву учиться на инженера там, в Бауманку или в МАИ я не мог. Просто мои родители, я родился в городе Пенза, Поволжье. Это были 90-е годы. И я решил, что я буду учиться в Пензе. Я закончил обычный вуз, технологический институт по самой обычной базовой специальности. Это технология общего машиностроения. И вот когда я отучился, получил диплом, я узнал, что как работать, ехать в энергию, где отбирали аборт инженеров, потому что система отбора была закрытая. И вот я в 2002 году, мне было 22 года, я получил диплом, и я поехал в РКК «Энергия», работал на заводе экспериментального машиностроения, которое делает корабли «Прогресс» и «Союз». И, соответственно, там какие-то оборудования для станции МКС тоже не делали. Вот, я там работал 4 года на производстве, был инженерным технологом, производственным мастером. Ну вот, выполнял самую разную работу, и с документами работал, с чертежами работал, с рабочими работал, вот, упаковывал детали, подписывал детали. Это самый большой процесс российской космонавтики. Это было очень сложное время. Реально, то есть люди увольнялись, и там я затыкал дыры, то есть как мог, спасал нашу космонавтику. Вот. То есть потратил лучшие годы на спасение нашей планетарной космонавтики. Александр Хохлов – выпускник Пензенского технологического института. С 2017 года избран членом Российской академии космонавтики имени Циолковского. С 2002 по 2006 года работал инженером-технологом на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» имени Королева. Следующие 4 года посвятил главной оперативной группе управления ГОГУ в ЦУП-М. С сентября 2010 года по апрель 2020 года был инженером-конструктором космического приборостроения в Центрально-научно-исследовательском и опытно-конструкторском институте робототехники и технической кибернетики в городе Санкт-Петербурге. С 2021 года руководит проектом по образовательным наноспутникам формата CubeSat в группе компаний Diascan. За заслуги перед космонавтикой Федерации космонавтики РФ награжден медалью имени Гагарина и медалью 4 октября 1957 года. Я был вот в группе материально-технического обеспечения, был в СОЖе, это система обеспечения жизнедеятельности. То есть я был в суточных сменах по 25 часов, сутки трое, то есть трое суток отдыхаю, сутки полностью я... Гигантская нагрузка, 25 часов, прям очень много. Да, у американцев получается, что у них 3 смены по 8 часов, а у нас 25 часов просто потому, что очень трудная транспортная доступность ЦУПа, то трудно доехать, и нельзя так вот разбить смены, очень тяжело сделать. И если просто 25 часов сидишь, работаешь, но все равно же какие-то просадки, спать захочется просто. Вот действительно трудно выдержать столько времени, и мы обычно по 3 часа за ночь могли поспать на глухих витках. То есть глухие витки, когда телеметрии со станции нет, она летает где-то там вот над Тихим океаном, над Атлантикой, над США. Ну, как над США, там, на самом деле, у нас были сеансы связи с наземными станциями американскими. Ну, вот, в общем, бывают моменты, когда станция летает в глухих витках, и смена может подремать. Причем там делятся, кто-то не спит, кто-то может подремать и меняются. Твой путь от 9 лет до РКК «Энергия», я понял. Расскажи подробнее про твой текущий проект. Проект уже 2 года, «Gescan Космос». Что это из себя представляет? Что вы уже успели запустить? В общем, расскажи. Ну, чуть такая предыстория, что после «Энергии» я переехал в Петербург по семейным обстоятельствам и целых 10 лет проработал в Институте робототехники и технической кибернетики в космическом отделе. И когда 2 года назад «Gescan» по просьбе фонда «Содействие инновациям» решил заняться космонавтикой, именно образовательной,
делать образовательные спутники стандарта КубСат. Да, это международный стандарт КубСат, который начинается от 1 юнита, дальше может быть 2 юнита, 3 юнита и до 24 юнитов. В России мы можем делать только 12 юнитов максимум, потому что пока в России нету более крупных контейнеров. Вот фонд попросил Gescan заняться, и им срочно нужен был руководитель проекта. Угу. Они пытались переманить людей из Москвы. А ты после интервью Пивоварова стал крутым блогером, и тебя переманили. Я уже был в Gescan в этот момент, когда был интервью, я уже был в Gescan. Из Москвы никто не переманился. Ну, в Питер, ехать в Питер на меньшую зарплату, как бы, ну, то есть, то, что ну, разница зарплат есть между Москвой и Питером. Угу. И в итоге они очень случайно нашли меня. Gescan – российская группа компаний, занимающаяся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также разработкой программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Специализируется компания на выпуске коммерческих беспилотных летательных аппаратов двух типов – самолетного и мультироторного. При этом все комплексы создаются на собственном производстве Gescan. Завод, конструкторское бюро и отдел разработки программного обеспечения расположены в Санкт-Петербурге. Группа Gescan единственная в мире владеет всеми компонентами технологии беспилотных летательных аппаратов для аэрофотосъемки и геологоразведки. Авионика, сенсоры, системы связи и управления, разработка и производство планеров и коптеров, ПО для обработки и визуализации данных, предоставление услуг. Кроме того, компания впервые в мире решила задачу в одной из областей искусственного интеллекта – автоматическое создание 3D-модели объекта по серии разноракурсных фотографий. Это была задача. Gescan нашел управленца, ты возглавил Gescan Космос. Да, то есть два года назад появился в Gescan отдел разработки малых космических аппаратов. Я его возглавил, соответственно, у нас небольшая команда, и плюс с нами работают ребята... Небольшая – это сколько? Человек, инженеров? Ну, получается, плотно работает 6 человек, всего человек 15, потому что ну, компания большая, нет смысла всех переводить на кубсаты, и просто ребята, которые работают по дронам, они еще работают по кубсатам. То есть, ну, это логично, просто использовать их большой опыт. Ну, да, плата для кубсата, плата для дрона, они похожи. То есть, на что ты пришел? Какая была база? Было ли что-то, какой-то прототип? Ничего не было. То есть, когда я пришел, был маленький макетик, вот были первые там, три человека, которые участвовали. Там, вот. И, соответственно, ну, то есть, вот появился отдел, мы еще чуть-чуть потянули людей, привлекли. Я плотно включился в проект SpaceP, фонда содействия инновациям. То есть получилось, что я нес на себе две функции. Я был руководителем в Gescan и еще работал по сопровождению, по информационному, информационному сопровождению проекта фонда содействия инновациями в целом. То есть я работал со всеми университетами, значит, мы делали сайт. Вот. То есть якобы у меня было две работы. Gescan и этот общий проект, в рамках которого участвует там несколько десятков партнеров. А расскажи про достижения, что удалось за эти полтора года, что вы запустили, как это работает? Сначала мы сделали полноценный одноюнитовый аппарат. Он не полетел, потому что в него особой полезнагрузки не поставить. Да, и это вот как бы мы потренировались, сделали одноюнитовый аппарат. Вот, можем его запустить, но это нет смысла. Затем, это было примерно полгода у нас на это ушло. Затем еще полгода мы сделали платформу трехюнитовую, то есть вот разработали раму. Вот, это то, что потом назвали Инельвейсом. Потом на основе трехюнитовой платформы мы сделали конкретный спутник. Да? Чем конкретный спутник отличается от платформы? Платформа – это вот базовый набор. Да? Дальше мы добавляем полезную нагрузку какую-то от партнеров, свою, и уже получается конкретный спутник с конкретной миссией. Состоялся первый запуск. Первый трехкубсатный спутник, он есть, он передает в режиме онлайн фотографии, телеметрию. Да? То есть может каждый желающий посмотреть? Каждый желающий радиолюбитель с помощью своей приемной станции наземной может настроиться и принять, получить информацию. Да. А люди могут в интернете посмотреть на сайте Gescan. А в чем изначально замысел? Точнее, не изначально замысел, в чем замысел, к чему Gescan Space должен идти? Нам нужно было сделать спутниковую платформу для университетов. Мы ее сделали, отправили, прошли так называемую летную квалификацию. Есть такой термин, что, вот, что компания может запускать. Мы можем летать, мы классные. Да, да. В 2023 году у нас план 8 спутников. То есть вот мы в этом году должны сделать 8 университетских спутников, один летит летом, 7 летит зимой. Вот, то есть это уже вот те работы, которые мы ведем сейчас. Они в разных рамках исполнения. Но вот мы, наша команда небольшая, делает сейчас 8 спутников. И они должны в этом году улететь, либо чуть-чуть сдвинуться на 2024 год. Дальше у нас план каждый год примерно 10 образовательных спутников. Вот, и мы планируем за этот год уже сделать платформу 6-юнитовую, и за следующий год 12-юнитовую. Это будет тоже в рамках КубСата. Дело в том, что стандарт КубСата в России требует меньше всего регулирования.
Так он в мире самый распространенный. Это все, все важно. То есть мы запускаемся из России, мы российская компания, и нам очень важно, что CubeSat в России самый благоприятный стандарт спутников для запусков. Проще всего запустить. Если мы бы делали оригинальные спутники... Регуляторика или просто, просто вот в законе, да, что вот что вот что CubeSat. CubeSat можно, сферить нельзя, как? Вот, вот там получается, что когда спутник выводится в контейнере пусковом, это одна история. Когда спутник выводится как спутник отдельно, это другая история. Вот когда мы только приступали, было очень многое непонятно. Все скрывают. Наши конкуренты очень тщательно скрывают информацию, поскольку за многие услуги они стараются брать деньги дополнительные. То есть не то, что вот они опубликуют, вот мы вам сделали спутник. Спутникс, они номер один по CubeSat'ам в России. На данный момент Спутникс один из лидеров, но у него есть конкуренты, которые просто малоизвестны. Ну, например, есть такая компания Milact, да, SAF, в Калуге находится. И есть Юго-Западный университет в Курске. Эти компании ничем не уступают Спутниксу. Просто они более скрытные. То есть они просто молчат. Да? Не верится. У Нилакта нет сайта, вот, они запустили спутников. А кто за ним стоит? То есть спутник, сайфкашная история, Geoscan Space, понятно, что Geoscan структура, да. А за ребятами Юго... За Нилактом стоит ДАСАФ, а за Курском стоит Юго-Западный университет. Да, они запускали очень много аппаратов. Слушайте, взял университет такой, я, короче, денег вложу в космос. Откуда университет столько денег? Не совсем так. Они же получают заказы. И раньше они очень много запускали иностранные спутники. Угу. Вот история малоизвестная, но если вы посчитаете спутники, запущенные Курском и Спутниксом, вы увидите, что Курска больше. Но вот никто не знает. Ух ты, как неожиданно. Да, да, потому что они запускали, в том числе с иностранцами, они очень плотно работали с Южной Америкой и запускались с МКС. Когда космонавт берет спутник и выбрасывает его в космос. Поэтому, если вы посчитаете аппараты, вы увидите, что у Курска их больше, чем у Спутникса. Но все знают, что Спутникс номер один. Просто это информационная политика. Маркетинговая просто. История. Маркетинговая история, да. Понятно. Мы в одном проекте, да. Но вот просто получается, что космическая отрасль, в том числе даже вот первые шаги частной космонавтики, вот есть некий нюанс. Вот вы можете очень четко различить. Вы, если возьмете российские частные космические компании, если она делает, она молчит. Если она говорит... Она делает, скорее всего, не делает, либо делает мало. Ну, либо, ну, есть исключения. Я прям приведу пример. Когда Спутникс стал частью Ситроникса, резко сократились информационные потоки от Спутникса. Сейчас просто Ситроникс озвучивает, как он, то, что он хозяин, он как бы озвучивает, да. В Новосибирске есть такое УКБ пятого поколения. У них был сайт, у них были соцсети. Угу. Как только они вышли на работу с Роскосмосом, соцсети замолчали, сайт исчез. Вот. Нилакт молчит, да, то есть наши коллеги из Нилакта, они очень непублично, с ними общаюсь, говорят, зачем, мы работаем, мы не будем ничего озвучивать. Вот, там есть еще некоторые компании, Иван Косенков, это бывший сотрудник фонда Сколково, он прям писал, что вот как только компания выходит на Роскосмос, она замолкает. Все, то есть вот все, она попадает в эту регуляцию, и все, то есть у нее есть госзаказы. Все, как бы дальше они уже, их венчурные ничего не интересует, все, они работают и молчат. Ну, такие вот нюансы. Давай несколько провокационных вопросов. Почему ты не Илон Маск? Очень интересно, тут мой руководитель, основатель компании Geoscan, недавно дал большое интервью. И его тоже спросили, почему там не Илон Маск, почему нет Илона Маска в России. Нет среды, нет финансирования от частных инвесторов, а SpaceX получала частные инвестиции, и нет самой важной поддержки государства. Хорошо. SpaceX стал уникальной такой вещью, как результат работы государственной в США. В России такой работы нет, и стать Илоном Маском в России, ну, это очень сложно. Да? То есть на эту тему печальные истории, печальные случаи и так далее, которые я даже не буду озвучивать, вот, но нет условий. Нет условий, нет Илона Маска. Угу, понятно. Космос все еще наш или... Россия все еще занимает важную роль в космонавтике. Мы можем посмотреть, что сейчас по статистике космических запусков мы на третьем месте. У нас довольно-таки большая спутниковая группировка. Пусть после она там... США и Китая. Да, да, США и Китай. Причем Китай вырывался на первое место, но сейчас SpaceX навострилась, теперь уже обогнать... Пока есть SpaceX, обогнать США не получится. Можно посмотреть, что в Китае достаточно много частных компаний, но все частные компании Китая – это некие такие отростки от государственной космонавтики. Саш, а инопланетяне существуют? Я больше верю тем ученым, которые говорят, что инопланетян нет. Да? То есть, может быть, здесь одноклеточная жизнь, но это как-то не инопланетяне. Инопланетяне – это, мы говорим, разумная жизнь.
Вот, то есть я стал склоняться к этому. Ну, то есть вот я ощущаю нашу жизнь на Земле, ее хрупкость сильно больше, чем, например, в детстве ощущал, потому что думал, ну ладно, что-нибудь случится с Землей, вот там есть еще другие миры. Вот теперь я нахожусь на том уровне, что жизнь на Земле чрезвычайно ценна. Футуролог и экономист Роберт Хэнсон предположил, что раз мы не видим признаков развитых цивилизаций в космосе, то жизни не так-то просто зародиться и досуществовать до момента, когда она сможет проявить себя в масштабах Вселенной. Эта концепция получила название «Великий фильтр». Хэнсон предположил, что межзвездная цивилизация должна пройти 9 шагов. Первое – возникновение звездной системы с хотя бы одной пригодной по условиям планетой в зоне обитаемости. Второе – появление на планете самовоспроизводящихся молекул. В случае Земли это РНК или ДНК. Третье – зарождение простейших одноклеточных организмов, прокариотов, то есть безъядерных. Четвертое – эволюция одноклеточных организмов в более сложные эукариотические. Пятое. Возникновение полового размножения. По мнению Хэнсона, только в этом случае организмы получают необходимые условия для дальнейшей эволюции. Ведь половое размножение позволяет обмениваться генами, которые улучшают выживаемость. Шестое. Эволюция одноклеточных организмов в многоклеточные. Седьмое. Развитие мозга, который позволяет создавать орудия труда. Восьмое. Освоение технологий, необходимых для полетов в космос. Девятое. Колонизация других миров. Какой-то из этих этапов должен быть практически непреодолимым. Это в концепции Хэнлоа и называется великим фильтром. Но что он из себя представляет, мы не знаем. Великий фильтр может заключаться в том, что возникновение живого из неживого, абиогенез, практически невозможен. Это значит, что шаг второй по Хэнлоу является труднопреодолимым. Возможно, фильтр находится на шагах 2-4, то есть наша вселенная буквально кишит бактериями, но обнаружить их мы не можем. Фильтр может заключаться в природных катастрофах, тектонических или других природных процессах на самой планете, столкновение с небесными телами, другими планетами или астероидами, взрывах сверхновых, гамма-всплесках, сближение с источниками жесткого рентгеновского излучения, убивающими все живое. Наконец, великий фильтр может быть создан самой цивилизацией. В таком случае технически развитые миры практически обречены на уничтожение собственными технологиями. Но немножко в будущее перенесемся. Мой канал называется «Визионер 2051». Каким, по-твоему, будет мир в 2051 году? Наверное, для меня важно одно, чтобы к середине века на Марсе был город. И в этом городе было хотя бы несколько сотен тысяч человек. Вот это, то есть это то, ну, ради чего, то есть я готов вкладывать свои силы, пока еще жив, вот, до середины века. Вот, ну, то есть, идея Илона Маска по тому, чтобы сделать там форпост, я ее очень поддерживаю. И вот для моего поколения, вот для нашего поколения, и для тех, кто смотрит на то, что будет до середины века, конечно, нам важно, чтобы SpaceX справилась. И в итоге, там был прогноз, ты каким видишь мир? Будет колония на Марсе? Ты хочешь, точнее так, ты хочешь, чтобы она была? Колония на Марсе? Я хочу, чтобы она была. Я готов туда полететь. Вот. Что бы еще хотел? Здесь вопрос в том, чтобы мне хотелось, чтобы человеческий мир изменился. Да, то есть, чтобы мы стали как-то какими-то другими. Конечно, чтобы человек жил дольше, ну, хочется, да? Потому что слишком в космических мерках наша жизнь коротка. Хочется сколько лет? Сколько хочется? Ну, тут мы там прикидывали, что хотя бы 400 лет, да, вот для того, чтобы человечество стало полноценной космической цивилизацией, ну, хотя бы 400 лет жизни. Тогда это вот можно успеть что-то сделать. Я тоже немножко пессимистичен, вот, думаю, что если там будут какие-то изменения по генетическому модифицированию, как в фильме Гаттака, то это уже не мы, а вот там наши потомки. А других прогнозов нет. Жизнь так коротка, так мало можно сделать, что вот нужно выбрать какую-то одну цель. У меня эта цель – это город на Марсе. То есть, угу. Я бы сам полетел. Когда появится технология, которая реально сможет довести человека до Марса и обратно? Потому что текущие старшипы немножко не дотягивают до полета туда-обратно. Ну... Это маркетинг хочет, что они типа смогут, но по факту... Там все очень просто. Возвращаться на Землю нужно использовать топливо, произведенное на Марсе. Тут как бы физику не обманешь, да? То есть мы не можем взять с собой столько топлива, чтобы лететь туда и вернуться обратно. Вернуться обратно, да. Да, да. То есть технология понятна. То есть это получение там воды, это сжижение CO2 из атмосферы, получение метана и кислорода с помощью реактора Саботье. И все, у нас есть окислитель кислород, топливо метан. Именно поэтому Starship уже делался на метане. Метан mm-hmm. довольно-таки хорошее горючее, кислород на Марсе получить можно. Поэтому, как сказал Илон Маск, пока у вас нет транспортной системы, ну, какие там размышления там, построить там, баз на Луне или там, на Марсе городов и так далее. Вот сначала транспортную систему. И вот часто говорят, почему там вы делаете транспортную систему и не занимаетесь чем-то другим. Но он говорит, пока нет транспорта, пока вы не можете достигнуть Марса, uh-huh. какой смысл что-то делать там? Ну, понятное дело, что на самом деле есть очень много организаций в той же Америке, и мы о них мало знаем, которые уже очень много делают проектируют дома. По Марсу. Есть проектируют дома, да, там есть
девушка Анастасия, которая уехала в Америку, она архитектор, она отучилась в Хьюстоне, и сейчас у нее есть компания для будущих станций на Марсе, она делает дизайн, делает, причем именно промышленный дизайн, то есть не просто как красиво, а как функционально. Первое серьезное препятствие на пути к созданию марсианской колонии – это сам перелет. Мы все еще не очень много знаем о том, как обеспечить безопасность космонавтов в межпланетном пространстве. Длительность путешествия на Марс от 6 до 8 месяцев. За это время может произойти все, что угодно. Первые марсианские исследователи будут находиться под постоянным воздействием ионизирующего излучения. За время полета космонавты могут получить дозу, сопоставимую с 5-10 годами работы в урановых рудниках. Это приведет к существенному сокращению продолжительности жизни, увеличению риска повреждений головного мозга, развитию болезни Паркинсона и онкологических заболеваний. Если же разразится солнечная буря, есть риск того, что излучение убьет экипаж. По большинству факторов риска все еще нет адекватной информации. НАСА признала, что у него нет координированного подхода к охране здоровья космонавтов, а космическая радиация всегда будет фактором, не поддающимся контролю. Если будущим колонистам удастся достичь Марса, то их чек-лист будет состоять из следующих проблем: обеспечение базы энергией, строительство надежных укрытий для экипажа, синтез кислорода, производство продуктов питания, производство топлива, организация связи как на Марсе, так и с Землей. Если все эти проблемы будут решены, то марсианская база имеет все шансы превратиться в колонию. Сложно сказать, сколько найдется желающих переселиться на другую планету, но такие люди точно будут. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, много молодых парней и девчонок, если они горят космосом, то как, не знаю, условно устроиться к себе на работу? Кого ты ищешь? Какие нужны таланты? Что это за типаж людей? Для спутников нам нужны конструкторы. Да? Конструкторы, конечно, желательно, чтобы это была Бауманка или военмех. То есть именно космические конструкторы, которых учили конструировать космические аппараты. Потом это разработчики электроники. Это сердце спутника. Вот, например, даже лучше, чтобы было радиофизическое образование, то есть радиофизики. Mm-hmm. Очень много на связи завязано. Физики, которые ушли в электронику. Mm-hmm. То есть они физики, но ушли в электронику. Вот это прям идеально. То есть нам нужно, чтобы было базовое физическое образование. Это постоянно востребовано. И программисты. Причем программисты тоже физики. Тоже нужны физики, которые ушли программисты. Угу. Да? Значит, получается... База физика и плюс какая-то настройка. Да, да. Вот физик, получается... физик электрончик, физик программист. Что вот три категории идеально, да? Потому что оказалось, что кардинально важно иметь базовое физическое образование. Как там, у нас есть видео на сайте, там, типа физик спрашивает, типа, что вы используете? Я говорю, такую теорему, там вот. И вот. Что, давай там... тоже вернемся к сложным вопросам. Как влияет события последнего года? Как влияет изоляция России от мира на твой бизнес, твое подразделение? С одной стороны, возникшие санкции и ограничения, они привели к тому, что государство вдруг резко осознало необходимость привлечения частных компаний. Вот, и сейчас появилась дорожная карта поддержки государства, частных компаний космических. Но Геоскан в эту дорожную карту пока ничего не входит, мы слишком молодые в этом плане. Вот, но, в принципе, это уже какой-то шаг. Мы уже видим, что вот есть желание поддержать частные компании. Не знаю, где найдут средства на это, как это будет происходить, но вот шаг сделан на уровне вот уже принятия решений правительством. Они сейчас будут пытаться вносить поправки в законодательство для того, чтобы вот эту интеграцию частных компаний как на Западе сделать. Развитие частной космонавтики на Западе сопровождалось или предварялось очень большой законотворческой работой. Я это видел. То есть, когда там уходили люди, значит, из отрасли, из НАСА, из астронавты, уходили в законотворческую деятельность, чтобы законы подправить под полеты частников, под полеты частных астронавтов и так далее. Это все требовалось проработать на законодательном уровне, и это будет дальше прорабатываться. И России этот путь тоже придется произойти. Потому что... С одной стороны, ты видишь поддержку государства. Да. Что вот. Еще полезно и что негативно? Еще получилось так, что всякие госкорпорации, ну, то есть, которые не Роскосмос, а другие госкорпорации, им из-за санкций нужно искать новые источники получения сервисов космических. И тоже они смотрят на частные компании. Это тоже некое окно возможностей. Будет оно реализовано? Когда есть реализовано, окно возможностей, я не есть знаю. Окно рисков. Но санкции привели к тому, что ухудшилась логистика по закупке какой-то микроэлектроники. К сожалению, очень часто это было, ну, на словах. Да? То есть, типа, мы импорт замещаем, но на самом деле как там... Ну, не очень достаточно импорта заместили, да. Например, мы использовали для солнечных панелей силикон, мы его покупали, а теперь мы не можем купить. Этот силикон больше не поставляется в Россию. Mm-hmm. Вот, мы нашли российский аналог. Российские аналоги более жидкие, хуже, там, значит, свойства не те. Ну, вот мы как-то там пытаемся смешивать, смотреть. Вот, ну, просто вот... Подожди, Кулибина включили. Отличный, да, включили Кулибина. Был отличный силикон, не можем его покупать. Все, не поставляют. Вот теперь там экспериментируем с российскими силиконами, ищем производителей, там, тут взять попробовать баночку, как мы засмеемся, там, баночку из-под анализа берешь там, силикон на пробу, смешиваешь, смотришь его свойства. То есть приходится изобретать, приходится искать пути. Поэтому, конечно же, вот Геоскан
все равно будет рассматривать возможности работать с другими странами. Мы в прошедшем году вели переговоры с Казахстаном. Что, в конце концов, санкции ввели только страны, в которых население 1 миллиард, а 7 миллиардов стран, в которых население 7 миллиардов, санкции не ввели. Поэтому рынок в целом есть, просто каждый видит то, что хочет видеть. Ну, есть нюансы. Да. Дело же не только в количестве людей, а еще в ВВП и мощности экономики и так далее. Вот. Но вот в том смысле, что да, мы вот, надеемся работать с другими странами, потому что даже для кубсатов, ну, в России мы не наберем столько заказов, чтобы заниматься вот образованием полноценно, нужно заказы извне. Вот. Но возможно, что мы выйдем на коммерциализацию, на создание собственной коммерческой группировки спутниковой, вначале на основе кубсатов. Да, немножко про цифры. Сколько стоит произвести один кубсат? Получается, что мы можем называть те цены, которые нам сверху ограничены. Да? Получается, что довольно-таки простой трехюнитовый кубсат мы делаем за примерно 2,5 миллиона рублей. Угу. А кубсат, начиненный большим количеством оборудования, например, там есть маховики, есть ГНС, это вот навигационный приемник, он уже будет там стоить 4 миллиона. Это цены, которые нам как бы ограничены там грантовой поддержкой, которая у них все там оказывается. И вот это публичные цены, они опубликованы там на сайте Фонда связи с инновациями. То есть вот 2 миллиона, 4 миллиона. Вот. Соответственно, полезная нагрузка может стоить очень разных денег. Да? Ну, конечно. Тут мы для одного университета делаем камеру, ну, как делаем спутник, камера будет их. Вот они сказали, что матрица для конкретной камеры стоит 3 миллиона рублей. Просто матрица. А вывод спутника на орбиту, то есть сколько транспорт занимает? Ну, сколько кубсата отправить в космос? Ну, есть стандартная цена, что примерно 10 тысяч долларов в килограмм. Да, то есть, так вот. Ну, да, SpaceX снизила примерно до 5 тысяч долларов, да. Но вот получается. Все хотят играть в сотку. То есть, типа, когда будет сотка, будет прорыв. Ну, может быть. Вот в России я бы оценивал, что вот тот такой трехюнитовый кубсат вывести на орбиту порядка 10 миллионов рублей. Это будет зависеть от обстоятельств вашего запуска там, и так далее. Ну, примерно 10 миллионов рублей. Вот. Там может быть скидка. Если вдруг вы заказчик из какого-нибудь там Казахстана, вам будет дороже. Да? То есть, все-таки внутри России цены подешевле. Но вот так то получается... То есть, 2,5-4 миллиона сделать и 10 миллионов отправить. Да. Да. Это такая общая оценка, есть нюансы. Да? Чем больше весит груз, который нужно вывести на орбиту, тем дороже стоит космический запуск. Поэтому отправить в космос полноценный спутник – это вопрос на миллионы долларов. Разумеется, такое могут позволить себе только государственные космические агентства или очень богатые компании. К счастью, технический прогресс привел в том числе и к миниатюризации электроники. Теперь исследовательский аппарат можно будет начинить микрочипами, которые легко найдутся в продаже даже на маркетплейсах. А после остается запустить его в космос вместе с десятком другим похожих устройств. Такой формат зондов называется CubeSat, от английских слов Cube и сателлит. Эти спутники имеют размеры 10 на 10 на 10 сантиметров, а весят не больше 1,13 килограмма. Цена запуска таких аппаратов от нескольких тысяч до десятка тысяч долларов. В мире существует несколько компаний, занимающихся запусками кубсатов. Обычно их услугами пользуются образовательные учреждения. Есть даже глобальная межуниверситетская программа запуска кубсатов. Также кубсаты запускают технологические компании, тестирующие таким образом свои разработки. И даже простые люди, у которых есть желание и немного лишних денег. Ты подробно описал рынок спутников. То есть есть несколько конкурентов, ты говоришь, что их даже там примерно 6 в России, которые делают реальные спутники, отправляют. А что с рынком ракет? Что с транспортом? Пока это очевидная монополия Роскосмоса. Только Роскосмос отправляет. Да, технически у военных есть ракеты, которые можно довести до уровня космических запусков. Просто это пока не делается, поскольку нет интереса, нет рынка. Вот, их не трогают. Но есть. То есть, эта история уже была в нулевые годы, когда конверсионные ракеты даже с подводных лодок запускали со спутниками. Какое-то уже было. Пока это направление затихло. Поэтому получается, что сейчас у России есть ракета «Союз-2». Это знаменитая королевская семерка, сильно-сильно модернизированная. Угу. У «Союза-2» есть варианты А, Б и В. Три варианта, три разных комплектации, там зависит от ряда факторов. Есть «Протон», которому осталось совсем чуть-чуть, потому что где-то в середине этого десятилетия протоны прекратят свою работу и новых уже не делают. Есть «Ангара» в двух модификациях, тяжелая и легкая. Буквально на днях было интервью директора Центра Хруничева, он сказал, что коммерческих заказов на нее нет. И «Ангара», она очень дорогая, она сильно дороже протона. «Союз-5» проектирует такую ракету, аналог «Зенита», но есть проблемы со стартовым столом на Байконуре, он... сейчас как бы такой в полузамороженном состоянии. А какой смысл делать ракету, если нет стартового стола?
Но вот «Союз-5» потенциально это была очень хорошая ракета. Российская ракета «Союз-5» — это некий такой клон «Зенита», немножко улучшенный, немножко другой. Ну, вот просто многие элементы производства российского. Пофантазируем, что нужно сделать в России, чтобы появилась частная космонавтика? Чтобы появилось больше частных компаний со спутниками, с ракетами, с ДЗЗ и так далее. Когда вы хотите что-нибудь сделать в России, а посмотрите, как сделали за рубежом, какой у них это самое. Ну, вот и у нас есть два примера. Это частная космонавтика США и частная космонавтика Китая. Угу. Да, мы видим, что это законы. Нужно законы подстроить под развитие частной космонавтики. Ну, просто, ну, то есть, ну, реально, да, то есть, вот многие ракетные стартапы, они в России умирали до того, как они дошли бы до законодательных ограничений. Нужна поддержка государства, мы видим очень четко пример Америки. Мы видим, как частные компании бьются за госзаказы. Американо-новозеландская компания Rocket Lab выжила за счет заказов DARPA, за счет Пентагона. У них там почти все спутники, это военные спутники. Вот, и новозеландская компания выстрелила только когда ее купили американцы. Uh-huh. Соответственно, получили право. То есть новозеландцы не могли получать военные заказы американские. Она стала американской компанией, тогда они стали получать военные заказы и выстрелили. В Китае мы видим, что и госинвестиции, и дают разрешение, дают пользоваться стартовыми столами на государственных космодромах. То есть государство Китая очень сильно поддерживает свои частные компании. Правда, в чем отличие частной космонавтики в Китае от американской, мы не понимаем, а что хотят запускать эти частные компании. Они делают ракеты, как сосиски, то есть вот ракеты делают. А что они будут запускать? Не как китайцы у себя, они просто делают, чтобы... Возможно, они претендуют на часть госзаказа, потому что иностранные спутники пока им закрыты из-за санкций США. Вот, но пока вот, то есть реально, вот у них столько этих компаний частных, мы, ну, эксперты в России думают, а что они собираются запускать? Ракета, а что, на чем они будут зарабатывать? Но их государство очень сильно поддерживает. Стартаперы китайские тоже энтузиасты. Но мы видим, как государство берет их и выращивает. Дает им деньги, дает им стартовые столы, дает им элементы двигателей ракет, еще чего-то. Ну, а ты видишь, в России этого нет. Kyaskan Space вместе с китайцами, с кем-то еще? Мы, скорее всего, будем налаживать какие-то контакты, но тут как получается, что возможность каких-то там с Турцией, с Индией, с Китаем постоянно что-то возникает. Тут уже немножечко я стормаживаю, потому что говорю, что дайте нам дорасти-то. Вот вы хотите как-то... регулярно мне приходят контакты, там какая-нибудь турецкая компания, индийская компания, там китайская компания. Я говорю, смотрите, они нас опередили на 5 лет. Ну, то есть, ну, как вот давайте мы все-таки немножко так подрастем, да, чтобы вот, ну, не выглядеть совсем уж там такими лузерами, там, не знаю, на их фоне. То есть, давайте мы вот все-таки подрастем, и дальше посмотрим. На самом деле, Kyaskan открыт миру, Kyaskan по разным проектам работает в разных странах, и по космической программе тоже мы можем выйти там, и на Казахстан, и на Индию, и на Китай. Почему нет? Просто нужно немножко подрасти еще. Подрасти. То есть набраться опыта, вот, чтобы не было стыдно выходить на рынок. Что бы ты пожелал нашим зрителям, ребятам, которые любят науку и технологии, во что верить, куда смотреть, чем интересоваться? Если вы интересуетесь космонавтикой, вы сможете себя найти, да? То есть, вот, мое такое дело – это космонавтика. Я живу космонавтикой, вся моя судьба связана с космонавтикой. И, конечно же, я поддерживаю тех, кто увлекается космонавтикой и собирается свои силы приложить там или в одном месте, или в другом месте. И возможности есть. Я просто вот, чтобы объяснить эти возможности, я просто приведу пример из реальности. Давай. У меня была беседа с айтишниками, вот. И, значит, такое говорю, что вот у нас в России внезапно возникло 2-3 компании космических, которые начала просто высасывать специалистов отовсюду. И прям как говорят, какая у тебя зарплата? В 2 раза больше. Пойдем. Uh-huh. Какая зарплата? В 2 раза больше. Пойдем. Просто, вот, просто высасывать, как пылесосы друг у друга там вот. То есть вот просто вот так, каким-то образом случайно, что сейчас космические инженеры очень востребованы. Вот просто реально дают большую зарплату. Слушай, благодарен тебе за время. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Был очень рад. Взаимно. Надеюсь, было интересно.